Передай ему, что я иду. Ты опоздал, ад придет на землю. Ад уже здесь. Он сбежал из ада, чтобы все исправить. Он был хорошим отцом, но попал в дурную компанию. У него есть лишь один шанс отомстить. Это секта. Они убили мою дочь и забрали ее ребенка. Я верну его. Я думал, ты сдох. К твоему несчастью, нет. Но правая рука дьявола хочет его вернуть. Я ищу мужчину. Рост 6 футов, разъярен и не сдержан. Если не расскажете то, что я хочу услышать. Обалденная тачка. Сразу предупреждаю, попутчиков не беру. Так я руку не поднимал? Нас ждет битва. Кроме малышки у меня ничего нет. Все это время я жила в ожидании какой-то цели. И пойду с тобой до конца. От режиссера фильма «Мой кровавый Валентин». Тебе меня не остановить. Ад слетает с катушек. Я убью тебя. Рано или поздно я тебя угандошу. Это что за ствол? Думаешь, там кто-то был? Увидимся через 73 года. С тобой через 3 месяца. Это что еще значит? Ярость на колесах, снята в 3D. Кое-кому не поздоровится, когда дьявол узнает. И что же ты сделаешь? Не пустишь меня обратно?